Всем привет! Сегодня я предлагаю вам познакомиться с китайским налобным светодиодным фонариком. Это фонарик HY850P90. P90 говорит о том, что в качестве основного источника света здесь используется, опять же, китайский светодиод XHP90. Яркий современный светодиод. В комплект, помимо самого фонарика с батарейным блоком и с оголовьем, входят три аккумулятора типа размера 18650 и зарядный кабель USB, микро-USB. Вот эти аккумуляторы, которые идут в комплекте фонарика, ну, их можно отнести к проверочным, то есть какое-либо значительное время фонарик с ними светить не будет. Емкость этих аккумуляторов, конечно, минимальна, там порядка 400-600 мАч. Вот. Хотя нормальный аккумулятор 18650 может иметь и 3000 и чуть большую емкость. Батарейный блок рассчитан вот на эти три аккумулятора. В принципе, фонарик может работать и от одного аккумулятора. То есть они здесь стоят в параллель, что просто увеличивает время работы вот аккумуляторов. На батарейном блоке имеется такой вот четырехразрядный, можно сказать, светодиодный индикатор, который показывает уровень заряда аккумуляторов. Он же является индикатором зарядки. Как видите, здесь еще есть вставочка, которая горит с красным светом и дублирует режимы работы фонарика. Ну, такая сигнальная вставка. Зарядка осуществляется непосредственно в этом аккумуляторном блоке. Микро-USB разъем вот здесь расположен. Закрыт он резиновой заглушкой для того, чтобы обеспечить пыли и брызгозащищенность устройству. Вот. А сверху здесь можно увидеть еще и обычный USB-порт, так сказать, обычный USB-разъем, который в случае необходимости позволяет использовать вот этот вот аккумуляторный блок в качестве пауэрбанка. Вот. То есть, если вам находитесь в такой ситуации, что вам экстренно нужно подзарядить, допустим, свой мобильный телефон, то это можно сделать вот от аккумуляторного блока данного фонарика. Все выполнено из пластика, кроме самого, ну, самой головной части фонаря, поскольку она является и как радиатор для светодиода. Светодиоды все современные, они, ну, им достаточно нагреваются в процессе работы, поэтому всегда вот эти вот корпус фонаря, у него главная часть, в 99,9 случаев она выполнена из металла. Анодированный алюминиевый сплав, ну такой красивый дизайн, там с серебристыми вставками, кнопка включения прорезиненная, оголовье довольно качественное, вот эти эластичные ремни позволяют осуществлять регулировку для того, чтобы вы могли комфортно разместить фонарик у себя то ли просто, как говорится, на голове, либо на головном уборе. Фиксируется четко очень угол наклона для того, чтобы вы могли направить пучок в нужное вам место и в нужную вам, как бы, сторону. И все это фиксируется, никогда вы его не стряхнете, угол наклона не поменяется установленный. Кнопка включения тоже прорезиненная. Возможно, зуммирование светового потока, то есть либо это широкое пятно будет, либо это будет узкий луч для освещения предметов на более дальнем расстоянии. Три режима работы. Яркий свет, приглушенный свет и режим стробоскоп. Ну и вот зум вот так вот меняет луч фонаря, световое пятно. Для того, чтобы выключить фонарик, вам придется прощелкать все эти режимы. Просто так, допустим, из какого-либо режима выключить фонарик не получится, без прощелкивания, без перехода по режимам. Можно отнести это к недостаткам, а можно отнести это и как должное, потому что это присутствует там в 99% в китайских фонариках. На этом, пожалуй, все. До свидания, до новых встреч.